Блин, хулипал 6,2, лучше даже, чем мой хулипал. Ладно, чек на пул. Давайте, танки, для вас это победный трай. Не умирайте, дефтись, пейте банки, пейте что угодно, только не умирайте. Вот, чего не хватает. Вольт. Ну, он подтвердил готовность, ладно. Мозгову начинай. Уменская метка. Мы с себя или сам себя? Прибежали. Маг метка. Сам себя здесь спалишь. Аю. Диспел. Диспел. Танка, смещаемся. Смещаемся. Иди уже. Приел бим над хил. Беда. Войт, выноси метку. Отлично. Я знаю, беда. Меня хвостом застанило. Диспельте, не заходите никто, не заходите никто. Диспельте метку. Васап, есть бы? Да, есть. Васап, ресы меняли, стал кресы Фриела, Вокроку, Санстрайк ресы. Все, видите, заходите, тьма. Пока. Тьма, заходите. Заходите, рейд. Только с той позиции, откуда вы обычно заходите. Сок метка во тьме. Сыги не метка. Так, заходим. Заходите. Эти пристабав. Лапу во тьме. Вроде все есть, отлично. Сталк. Диспел. Чардж. Олег, тебе надо ману залить? Нет. Тотем, ты ставил уже лес куда? А Юр метка. Фаза. Не знаю. Давайте выходим в свет. Так, давайте рост. На ЖСПД. Залейте от друида. Менская метка. Хильте танка во тьме. Васап метка. Перебегаем. Все, давайте, РДД большого голема. Злый вар метка. Козырь метка. Не стой в луже только. Впереди растут. Поклонского хил. Приел гимн на ману, ставь тотем же СПД. Пассав. Кому бумера?
Перебегаем. Все, свет стопаем, босса бьем только голема. Блэкбит метка. Да, все, я мотал. Его вообще срезало просто с фула, просто мгновенно. Все, падайте. Так, как у тебя мастерство? Да тут не в мастерстве, Дима. У Петростекана мастерство 19. Я танчу без проблем. Так. Смотрим, хотя бы затем. Дело в мастерстве, но. Не персонажа. Кто там говорил? Олег, как ты говорил? Ну, самогон же может пойти. Ну да, если самогон зайдет, свет потанчит, то можно ничего не менять. Или массап на БДК, свет поклонский во тьму, санстрайк на диплом и топал. И какого-то ДД добрать от нас было на Лока там, кем он там хочет. Ну а нас голубой АДК был. У нас же кота нету. А, или АДК, да. А? Да вот бери нас голубой, пусть идет АДК. Так а зачем он ливнул, я не знаю. Не знаю, а, ты его не кикал. Он сам ливнул. Так лучше не делать. Сейчас самогон, если сойдет на БДК. А кто уходит? Холокост ушел. Ну вот так чисто по ощущениям, вот вчера самогона я хилил, его да, гораздо легче было хилить. Ну то есть, я, конечно, тогда за шамана хилил, первое время я все равно я так не прошивал мозгово. Все, всем пока, всем удачи. Пока, счастливо, тачки. А санстрайка диплом должен был быть, да? Ну, короче, у него белая голова и... Есть еще Войт Сторм. Сейчас зайдет самогон, он потанчит свет, Поклонский потанчит тьму. Накинут ГП трем людям на первой фазе. А кто умирал? А есть, короче... Так, кто? Давайте три плюс. Так, один есть, два. А кто третий умирал? Это из магов. По-моему, маг. В смысле? Если третий плюс не будет, то смысл накидывать дум. Получается, с третьего мы обделили. Санстрайк. Санстрайк и конблинка, и еще кто-то третий. Спасибо. Сейчас найдем санстрайка для начала. Чуть по вороте магом зайдет, возьмите его мага. Ну пусть заходит. Я думал первого. Блин, не вижу санстрайка. О, вижу. Он ливнул, он ушел спать. Да я знаю. Приел, да? Да. Так, и я. Блин, оповещение выключил. Сейчас включу. Да не надо, я сам. Там минус или плюс 100 гп? Да. Не разглядел. Может там еще ЕП. Так, сейчас к самогону перемещусь. Ну все, теперь можно уфаться. Фух. Что там происходит? Уже страшно кикло. Тут ГПЛ направо налево. Да, Блэкбит, отходи на минутку. Так, а что Зловер? А, Зловер на БДК? Угу. А самогон? Самогона нету. Что танчить? Тьму, свет. Свет.
хорошо. Можно и так убить, дамага хватает. Да, пойдем 24 дивиса. Можно Селену взять. Ну, вчетвером нормально вам во тьме будет? Да вообще шикардос. Не, давайте вам мага дам. Не надо нам мага, так что не мог это жоп. Человек. Эти шкаф. А чё вы как решили-то? Назгал в отхолика? Да. Так закинь назгалу просто в этого. Во тьму и всё. Не надо во тьме никого, все нормально. Дайте там светло, но я за дома. Добрать никакого одно тело. Подожди, ты не дамажишь, Черри. Можно было, конечно, Таню позвать. Баром 6,7 все время 12 подаешь, что это такое? Джерриот, потому что я особо не бью, я проебываю все проки. Так что, блин, а вы знаете, почему я умер в свету, кстати? Меня застанило хвостом. Так ты ж неправильное положение выбрал. Смейте Таню, Флерию за ШП. Во тьму засунь. Я не ШП. Типа остался стоять там же, где... Ну, типа не перебегал, да? Нет, я не... Чё? Когда был первый метеорит, ты перебегал? Ну да, конечно. Не, просто я видел, ты до этого вчера, по-моему, в РСКе ты бил... Ну это вчера было. Поставьте рыбу. Да, сейчас поставлю. Дайте остаться, если хочешь полюбоваться на меня. А когда слетело, на вчерашний РСК? Да, на вчерашний. Смотрите, первая пати во тьма. Прием, вы слышите, на сголу ты в свет не выходишь. Не дай бог, ты умрешь во тьме еще раз, это все, у меня крышняк съедет точно. Так, потом, неоспоримый танчишь свет, поклонской тьму танчишь. Черный лимон зашел между делом. Да. Я уже написал, пойдешь в РС. А Магда вчера, она пойдет. Зачем писать, я просто пати видал. Она пойдет? Да, она написала. Дай, ну, дай это, мамонт. Так, а вместо кого? Вместо стила, стил подамажит. Логично, давай стил подамажит. Свету. И во тьме. А у тьменской нету? Ретрика. Я бы лучше стил оставил. Да я не умею хилить. Короче, в нас голову прилетело две тычки по 35к с интервалом в 1,4 секунды. Так, вот ладно. Убил парик. Че я сделаю? Парень, либо учитель. Покажите, что, молчать надо, либо нахуй. Да не, это не косяк танка, это ж парихас, да? Ну я не знаю, блять, ну все так, как делаю всегда. Когда-то идем нормально, когда, блять, блин, да вы просто неправильно прожимаете. Даже там задецал, блять, секунды, нахуй. Вы неправильно прожимаетесь. Какая удача, они не прижимаются правильно, как надо. А мне прожим висит постоянно. Я не первый день играю за танка. Постоянно одна кричи, прожимка лежит. Не кричи, мне страшно, когда ты кричишь. Антигорн. В прикаунте есть хил и абсорб вместе? Я только хилинг вижу. Так, кто лучше хилит, Жрец ПД или Черный Лимон? Димон? Сложно ответить. Черный лимон. Мне тоже так кажется. Так, черный лимон и тюменская, вы хилите свет. Боже, какой набор хилов, да? Вы чувствуете это? Жрец ПД, ты тьму хилишь. Черный лимон, ставь тотем защиты от огня. И на третьей фазе переставляй. Так, ну у нас неоспоримый танчит свет, соответственно, это хорошо. Да, там можно не хилить. Так, ладно, значит, мы стоим долго. Заходи, по МК, короче. Сейчас, подожди. Я, короче... Да подожди, Бетельгейз кидай армрестлингу. Я Бетельгейзу, армрестлинг мне. Ты видел, что он линкнул Бетельгейза? Нет, чё? Свои настройки компа? Это я ноут выбираю, хочу купить ноут. Спрашивай, видно. Да не, ноут не покупай лучше. Покупай стационарный компьютер, давайте чек на пол, и при этом собирай его сам. Ты сэкономишь 20 тысяч рублей, если будешь собирать его сам. Не слушай его. Я серьезно говорю. 8 тысяч гривен за этот ноут? Сколько это на рублях? Это 1000 долларов. Ну в рубли, пожалуйста.
60к. В рублях 1000 долларов сколько рублей? Охереть, 60к. Я могу собрать на данный момент самый топовый компьютер за 45 тысяч в Москве. Пуляйте, давайте. Да, это логично. Давай, начинайте, Поклонский, начинай. Не, ну да, за 20 тысяч фунт тоже могу собрать. 20 можно, но это говно получится. За 20 тысяч гривен. А. Можно. Бегаем. Просто впадлу собирать новый комп чисто для Вовки. Ну это тупо. Да, для Ведьмаки можно и на моем компьютере сыграть. Просто на лоу все настройки поставить. Елка метка. Я бы купил себе этот PS4 и играл бы в Last of Us 2. Так вот, что, вышло Last of Us снова? Я спрашивал его. Сказал мне. Теперь хороший монитор и PS4 уже 20 тысяч. Ну и плюс диски еще по 50 долларов каждый. Прибегайте. 2000 рублей один диск будет стоить где-то так. Вот это я сейчас выжил, конечно. Тюменская метка. Слушай, обрезала, нет? Не, нормально все. Окей, БДК заходи. Заходи, слышали, да? Рейд, заходите. Да. Каплю кидаю на БДК. Батальгейс, ты остаешься добивать. А там надо на дубаде играть. Видите круг? Да. Знаю, это прикольно. Там левый диск поставишь, тебя консоль нафиг заблокируется. Я бы в UFC 2 поиграл. Ну в шутерах, да. Там хер прицелишься. Я в Destiny 2 играю. Все равно есть такие люди, которые типа геймпад лучше даже, чем мышка будет. Листал отметка. Что там, можно заходить? Ну, например, Джерри, он все равно без мышки играет. Давай, заходим. Клавиатуру пусть отсоединит и будет им бегать. МК. Я же СПД залил, но оно у него меньше. Окей, спасибо, что крикнули на ХП. От души. Да, они не кричат. Ну, значит, Войду пора ГП начистить. Ну, кто из них больше дамажит? Пулпер, Войд в сторонке. Получается, Войду ГП. Блэкбит, выноси. 52%. После лезвия выходим. Че, вы не убили еще? Да не, бьем. Уже вторую. Ага. Меняли танк. Выносите метку, только не в портал. Жрец ПД. Все, а цвет. Вчерашний когда скинулась? Да. Последние резки. Давай рост черный. Черный лимон, выходи в свет, алло. Жрец ПД, ты в тьме. Хиль танка. Бля, на меня все скинули. Перебегаем. Кильте на скрине. Какая у тебя аура стоит? ГП гонит. ДД большого. Я прожимаю эту хилу. Босса не бейте никто. Сила за хил. Васаба хил. Ну чё вы умерли? Чё, ты смотри, какая метка. Забил танком, пилом, ДДР, ДДР. Почему вы сдохли еще раз? Потому что метка очень большая. Кто не доспелил? На ком была метка? Ну, на ком метка была? Я не видел. На елке вроде. Я тоже. Елка, на тебе метка была? Лучше признайтесь, а то мне лень чат вверх прокручивать. Смотри, теперь я могу PRL, ведь я ретрик. Давай, я наконец помолчу. Сам Джефф в РК зашел, перенесите его в канал. Чем? Не знаю. Кто это? Да, один еблан, можешь кикнуть его.
Минуту отойду, бью. Хорошо. Пойду самогону кикни. С гильдии? Планеты. Гильдии с планеты, с жизни. Закопаем, забудем. Поставим крест и все. Сервера. Блэкбит, наша СС теперь на Тюменскую. Хорошо. Демон 63, вешу СС на правильный скоп. Так. Да как-то на ком метка такая была? Да я уж кинул ГП. Это на нем было? Да. Жесть. Я релогнус. Или киньте Магрос на разбокадона, пожалуйста. Ща. Мутант, кинь Магрос. Ща кину. Идиот. Ты знаешь, этот команду... Ты все же прописал, я нашел макрос. ...записывать где-то в середине макрос. Раскол? Какой а, GQ, что? Да. Давай, Steel Rail. Ну подожди, дай, выйду. Блин, тебя еще слышно, как и жопа опять. Демон 63, зайду по Rail, ради успехи. Да разве когда не покидаешь гильдию, там окошко высвечивается, вы... Заходи, демон, самогон, у меня все равно 40 пайер на все твои вещи, заходи. Нет, ну чё ты, шляпщик, заходишь, вон? Нет. А так чё ты тогда пиздишь? Вот ты пизжу. Чё ты ругаешься, блядь, дерево? Ну, секунду, рыбу поем. Сейчас он рыбу поест. О, у меня тоже тут рыба поесть. Или ну, ты тоже. Нету, кстати, маги. Если ей надо, кстати, я могу любым зайти, мне без разницы. Заходи локом. Сейчас буду. Отлично. А, пока что он думает, что нужен блок в рейде, давайте быстро поедим рыбу и зайдем за ними. Дайте инту, маги. Маги, инту. Давайте сейчас локоть быстрее. Бля, как обидно, я уже захожу. Блин, пимп, нужен теперь БДК, заходи на БДК. Все, иди нахуй. Вот смеешься, когда он. Как ты? Ору. Задыхаюсь. Че там, все готовы? Я тебе дал ассиста? Нет, не дал. Есть на тебе ассист? Аюр, АФК и Бетельгейз. Так, я тогда закрываю рейдфреймы. Фу, можно по ДПСить нормально. Так, все готовы. Начинай, Назгул. Назгул. Какой Назгул? Видишь, Поповский не растерялся. На этот такой. Поклонский, начинай. Поклонский. Коробку с мет. Побежали. Квадрат впереди планеты всей. Мы уже в рейде. Стоим в квадрате. Мерцеление выноси. Накручивай ДПС. Так, давайте квадрат отошли, сейчас уже будет. Нейкис, выноси мент. Ну давай, Нейкис. Можешь умереть, чтобы включить ДПС. Могу зайти ретриком, передамажить Нейкис. Нет, не передамажишь. Передамажу. Так, мужа идет в танк. Есть скрин. Осушение по большому. Носок с выноси. Так, Поклонский, заходи. Рейд, заходим. Капля на Поклонского. Мастер аур. Отлично. Стила хильди. Надо было проверить метки. Давай быстрее, заходи в квадрат быстрее.
Так, что там у нас по имени? Это беде. Давай, что из КД заберем? Кроме еще лезвия. Аю, Лиси, Мерку. Заходим. Пати. Кто свет здесь будет? Нет, козырь, козырь. Настил? Нет. Хочешь типа дистил? Настил. Да нет. Масав, нет. Их на хп обновите. Крика. Теперь 4. Не забывайте, как убивать мечты. 53%. Козы медок. Так, выходим в свет. Где эта херня-то? Ладно, ждите, ждите, не выходите, я пошутил. Я забыл, что я звал. Сейчас будет метка. Армс, выходи. Все, выходим в свет. Просто как бы. Армс, выходи быстрее, сюда в рост. Руки назад. Так, надо поставить ворону. Файр резист. Так, побежали. Во тьме давайте рост. Свету белый трэш. Ну уже тут чё-то нормально. Нормально. Трэш, трэш, трэш. Всех трэш. Свет трэш, блин, только трэш. Хилл, Масаба и Бандика. Жрец подавили. Так. Бей, добивайте трэш. Братья полю. Руки назад опять ту же самую. Нажимай АМС этим магическим панцирем. Сейчас будет братьёв. Давай, давай. Спасибо за комментарий. Да не, да что. Стоп, побус. Билдерка трэш. Всё, спасибо. Бейте трэш. АВД дошёл. АМС АПВСИ. Не бейте ноги трэш. Подождите, пока вылезет. Да, хорош захил, хороший захил. Бля, где же был захил? 40%. Диспельте, пожалуйста, танка. Я же не могу выйти с формы и диспелиться себя. Если я свободен, если на мне нет трэша, я диспелю. Но если на мне трэш висит, я не могу выйти с формы, иначе я сдохну. Да все, там вейп, там много народу уже сдохло. Слышь, Лёг, ты здесь? Заходи на БДК, я пойду лучше по делам. Не. Ну я вас трай, короче, если не убиваем, то я выйду. Давай. Удачки. Вся надежда на удачу. Везение не бесконечно. Нет, не нужно. Не нужно. Слышь, Олег. Что? Давай на хила зайду, они туда просто не хилят. У нас-то на пула не будет. Ну, подруга на пуле, но они его тупо не хилят. Я смотрю с хаду, у меня 30 позиций, тут вообще хила нет. Тут вампирик и Олег только буре два раза хильнул и все. Хороший. Ну, блин, ну просто нету хила. Каменский, кто у тебя есть еще? Сейчас зайду на БДК злой. Заходишь? Угу. И Рейдрик есть у тебя? Ну давай, я то пойду. Ну я ненадолго, потому что спать уже пора. Ну что тогда? Ладно, давайте Ластра, если он... Ну давай два хпала, сейчас я на хпала зайду. Так а зачем? Почему стил не может спекнуться в ходе пала, алло? Ну я не, тоже не могу хилить, я не заебался, я не... Вы что, конченые? Okay. Стойте! Верните okay. Ваню! Ваня, отдайся! Где ты, Ваню? Там носок на пуле. Ладно, давай я похилю. Давайте в 6 хилов пойдем, да и все. Давай. Прими пати, Ваня. Я уже на хипал зашел. Ваня, ты не зашел еще. Вот ты упырь, а я тебя не приму в рейд. Где правда? Бля, что-то помню, как Бибов не мог меня захилить цвету, зашел Ванька на хипал и захилил с первого рейда. Сейчас мы будем умирать от того, что я кидаю. Что я кидаю? Огненный столб в маленький трэш. Молодцы. Носок четко на пулице, не боюсь. Может, точняк потанчит, а васап спекнется в хила? Чего?
А? Чё ты сказал? Ну типа васап может спекнуться в овердруза и хилить свет, как я вчера, а точняк потанчить и будет сакра у нас. Ты в свету вчера хилил, что ли, дерево? Да, да. Ты нормально захилил? Да. А благодаря ему захилили. Да. Да просто, ладно. Ну, у людей нету понимания, как хилить и что им делать. Кто получает, когда урон там... Тут кто да, свет хилит, там, кроме хапала, может в ДД спекнется, кто тут шам хилит, может там Элем есть. А чё тут понимать, такой, хорошо, есть три таргета, кот, МТ, ОТ и иногда охотник или рога, потому что спадает на пул, все, больше хилить никого не надо. Давай, черный гмон и сталк йога хилят этот, как его, тьму, точняк и тюменский свет. Все, так нормально? Вообще великолепно. Ваху липало, это нереально, чтобы кто-то сдох. А случайные комментарии нельзя говорить? Okay. Ну как было в этом трейле, мы с васабом что-то прокомментировали случайно. Да блин, надо вот, это из-за васаба. Вайп, объясню, если бы он сказал, не бейте босса, Red убил босса, было бы 30%, тогда бы неоспоримый не умер. О. Видишь? Лапу, лапу дайте, пожалуйста, лапу. Получается, васап виноват, ему надо кидать ГП. Точняк, неоспоримый, армрестлер. Тут? Тут. Злой же ушел, по-моему. Злой не ушел. Не, злой тут. Все, Поклонский, начинай. Ты опять развели самогон, диспи. Малышка, беги! Ловит метка. Крикни на хп, когда выносишь метку. Побежали. Да. Ничего страшного. Скинь, неси. Дай сальву, Лев. Кого дать? Сальву. Там, когда же этот, ну, кто там стоит, нас было таких подряд. Побежали, метеор. Смотрим, лужу. Так-то. А не, херово. Я там во тьму зайду, вот этот второй упал там на станции. Поклонский, слышно, заходи, кидать не пока лужа пропадет, видишь, он подрезал, а это на линку. Не заходи, подожди. Уходите, если посмеете. Поклонский, прожимайся, заходи. Рейд, заходи. Держи каплю. Мастер, ау, ты бессмертный. Первые 10 секунд. Нет, смертный. Так, смотрим лезвие. За шариками смотрим, а за маткой. Так, это походу мне. Заходим. Так, заходите. Спасибо. Ну что, лезвие прошли. Там дыхание нет, нужно вас убить. Фрейль, метка, с лезвием, заходи лезвие. Нет, не заходи. Коробку залей и черный лимон ману, если не заливал. Сколько процентов? 54. 53. Ну, короче, у нее очень мало маны. Лезвие сейчас закончится. Видите метку. Выносит портал. Выходим в свет. Я вышел. Выходите, свет руки, выходи.
железка дожала рост. Так, держи каплю, 60% опасность для жизни. Сейчас метку поставлю, не переживайте. Так, побежали на кью. Блин, я боюсь, что грустер, сколько там процентов? Это хуй. Ну да. Давай тебе. Без сальвы. Да, да, сальвы? Да, давай. Во тьме рос, даем ГТГ за диспел. Спасибо за диспел, пацаны. Отводи мелкий трэш. Так он от тебе. Святой только трэш будет, давайте суть трэш. Умеет хвалю. Скажи, когда к тебе шапку кинет. Не распидай его на себя. Сними на него диспел, он не умеет. Крик на КП. Если бейте по взрыву, когда? Побежали, побежали, быстрее, жизнь подай защите. Держи капу. Так, лужа в рейде, квадрат отошли. Ельва на семи, да отпожимай быстро. Козырь, давай, убирайте все в трэш. Надо трэш убить. Все, дотайте про него, не играйте больше в игру. Так, побежали, метео. 60%. Капли нет у нас прямо, слышишь? Я там, нормально, нормально. Все, кося на 8 метров. Бля, я только сейчас заметил, что крыша лежит. Жесть. Играйте в крыш, пока. Кресты, дотайте пулемёны, играйте в этом, хорошо, блин. О, хлёв, играйте теперь. Юлик, играйте хлёв. Коробку, давай назад, мэр. Ёлка, назад, мэр. Есть там где на манул свету у кого-то после перебежки спойте? Да, я. Да. Так, побежали, на тебя. Тюменская, давай капли на меня спорим. Надо, не надо пока. Расскажу как. Не надо. Ель на снег. Дайте все в трэш. Давай капли. Веди, веди трэш. Давай, лучик, перед меткой. Косик, давай, тоже будем на него. Козырь, ты цепляй на него. Добивайте уже. Да подожди, коробку свою на метку, добейте сначала трэш. Босса добивайте. Нет. Давайте, перебежали, метеор. Стойте в метеоре, прикрывайте. Без ШВ. Санчо без ШВ, прожимайте. Ура! 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 Вот моя хилочешка. О. Классика. Чуть-чуть упало. Наручи и... Запад так, ткани. Давайте паролим хилочешку для начала. Какие запад ткани? О, Нейкис, ты не ролишь? Это... Какая жалость. Осталось... В смысле, Нейкис, давай роль, ты там в ППР врываешься. Остался только плащ тебе. Ладно. Нет. Хриел, ты писал, что рулишь на хила? Да, писала. Молодец. Блин, черт. Так там шаман выше, чем я писала. Да, там шаман выше, действительно. Шаман зашел на один трай, забрал чешку. Нормально. Блин, я ее никогда не заберу. Жесть. РДД плащик. Ох, кто же выше-то? Ну-ка, давай-ка посмотрим. Давай посмотрим. Так, Нейкист. Нейкист, тебе нужен плащ? Нет. Он пишет да. Так, он пишет нет, да? Почему это не потянет? Опять хочешь чуваку ходить, да, псих? Здесь кидало нахуй. Точняк, ты ролил, что? Ну, писал? Да, писал. Так, это было 57.02. А сейчас сколько? А сейчас 1:05.